Друзья, всем привет, с вами Штазариадный Револьвер. И сегодня у нас очередное интересное видео, так как мы сегодня сравниваем два сайта. В неравной битве сойдутся форс-дропы Майка CS:GO. Кто же выдаст больше? У кого больше окупаемость, друзья, узнаем мы в этом видео. Делал депозит на форс-дроп я с промокодом, который вы видите на своем экране. И он дает 40% к депозиту. Это отлично, это самый максимальный промокод. Поэтому можно открыть гораздо больше кейсов, чем просто с косарика. Давайте посмотрим, что тут вообще есть по оформлению. Вполне красочно, ярко, красиво, динамично выглядит форс-дроп. Какие вообще есть кейсы, что можно выбить. Карточки нас не интересуют. Ограниченная серия, наверное, вот то, что нам нужно. Барби геймер. Гениально. Кто бы еще до этого мог додуматься, да, друзья? Давайте начнем с оверпасса. Оверпасс, в принципе, мне нравится как карта, поэтому можно попробовать скоростной зверь выбить, допустим. Так, первый кейс. С чего же мы начнем? Начнем мы с бессонницы, с Мак-7. Ну, с чего же еще можно начинать, да, друзья? Конечно, продать. Кому нужен Мак-7 бессонница? Не знаю, пишите в комментариях, кому нужен, но мне, честно, не нужен. Но вот форс-дроп явно думает то, что без него я никак не смогу прожить, и дает мне его второй раз подряд. Складывается впечатление, что в кейсе оверпасс нет ни одного скина, кроме Максим Бессонниц. Но я думаю, сейчас и КЗшка Нитро подлетит. Ну, а как же по-другому? Вот же она, нет? Нет, нам выпадает П-2000 с великолепным названием «Пистолет». Сразу говорящее название, пистолет. Есть ли АК-47 с названием автомат или нож с названием нож? Не знаю. Но пока что оверпасс нас вообще никак не окупает. Совершенно ничего интересного тут нам не выпадает. Вот вулканчик бы АК-47, боже мой. О, первый окуп, отлично. Тогда можем открыть еще раз. О, есть Глок, 18 Франклин. Я, честно, никогда не знал об этом. Офигеть, для меня это прям открытие, полезный выпуск. Если он мне выпадет, я его обязательно оставлю. Реально ли я вот на форс-дроп делаю депозит вот с этого аккаунта впервые? Реально ли вообще первый раз сделать депозит и сразу же что-нибудь выиграть? Это бы сложно все это выиграть, да? Опять гениальный P2000 выпадает. Вот, а буквально же до фулл-инжектора не хватило там, блядь, считанных пикселей. Буквально столько вот, блядь. Окей, я понял, все, открываем еще раз и уходим отсюда. Да, это, конечно, очень сильно. Кейс за 100 рублей купил нас буквально несколько раз. Заманчивое предложение, честно скажу, очень заманчивое предложение. Кейс называется так, что вот прям, ну, будто нельзя пройти мимо. Элитное снаряжение, друзья, ну, конечно же. Ну, конечно же. Все, базара нет. Открываем дальше. Что тут? Ну просто будут постоянно выпадать элитные снаряжения. Вот эта вся тема. Хотя можно что-нибудь вот поинтересней? Полимерный рожок. Я думаю, то, что будто бы оно больше и никогда и не окупит. Может быть, он так настроен специально. Может быть, кто-то из разработчиков его делал. Типа так прикольнуться. Ладно, все, выходим. Оттуда уже он ничего, абсолютно ничего не дает. Пупыт. Вдруг, блядь, ну вот кому-то прям сильно захочется, да, вот есть, в принципе, и такое. C4. На самом деле, скоростной зверь очень бы хотел. Что-то уже мелочиться, 150 рублей, но на больше, естественно, наш баланс не хватает. Мак-7 свэк, четко. No. Нитро, эмочка нитро, 90 рублей. Блядь, почему-то у меня в памяти, что эмочка нитро не должна стоить настолько мало. 90 рублей, вроде же она вообще отлично стоила всегда. Окей, ну она сейвит, но вот рано или поздно, думаю, в ноль-то все-таки нас сведет. Хотя бы, я не знаю, там за пятишку что-нибудь подкинуть, ну хотя бы за пятишку, блядь, что-нибудь интересное. Понял, ну уже не хватает нам на это. Давайте тогда этот будем добивать, ну уж больно уж мне понравился этот кейс. Хотя тут по факту, блядь, ну скорее всего будет выпадать только это дерьмо, да? Вряд ли выпадет что-то другое. Ну да, думаю, тут мы и останемся умирать. Полное дерьмище. Ну вот, 26 копеечек мне не хватает. Куда же мне податься? А, карточки. Ну давайте карточки по приколу откроем. Вау. Ну, я, смотрите, я прям угадываю, так угадываю. Но вот тут не угадал. Ну что, друзья, вот в принципе вот так вот закончился наш форс-дроп. То в плюс, то в минус. В общем, это
Просто, блядь, бессмысленная дрочильня, как на всех абсолютно сайтах. Бессмысленная трата времени. Давайте перейдем на MyCSGO и посмотрим, сможет ли он нас порадовать. А делал депозит на сайт MyCSGO со своим замечательным промокодом SALE40, который также дает 40% при пополнении, как и тот промокод, который я показывал на Force Drop. 40%, друзья. Практически 50, практически половина суммы. Ни на что не намекаю, ни на чем не настаиваю. Но если будете делать депозит на сайт MyCSGO, то почему бы не ввести промокод и не получить халявные бабки? Пользуйтесь. Ну что, MyCSGO, хорошо, 1400 рублей также у нас на балансе. Давайте начнем с кейсов плюс-минус такой же цены. Summer Days, друзья, как приятно звучит название этого кейса. Все, не будем медлить, честно, настроение уже ни к черту. Как бы не то, что даже мне там, блядь, жалко эту 1000 рублей, да? Сам факт того, что, блядь, нету контента, понимаете? В этом вся грусть. Ну, типа, ну вам интересно смотреть, как я, блядь, ничего не выигрываю? Думаю, не очень, но вот такая вот реальность, как бы. Если бы я в каждом видео выигрывал, то, наверное, это, ну, чуть-чуть странноватенько, да, было бы. Ну, как реклама у некоторых блогеров, да, которые делают рекламу и постоянно множите, блядь, темки нахуй, АК-47. Ну, друзья, такого не бывает. Много чего бы, друзья, бы я хотел бы, но в этой жизни все не так просто. Поэтому имеем, что имеем. Что не имеем, то не имеем, друзья. Окей, ну, Summer Days пока что как бы ни туда, ни сюда. 760 рублей. Кстати, очень красивый SSG. Поэтому я его оставляю. Ну, хотя бы что-нибудь, мое, я должен вынести хотя бы с одного сайта. Желтый жакет. Ну, честно, я с казашки не играю, поэтому как бы мне, ну, хоть, блядь, красный жакет, хоть синий, хоть зеленый, ну, не впечатляет. Так, давайте черная дыра, да, Black Hole. Давайте 228 азимов, 270. Хорошо, смотрите, что-то какой-то окуп есть. Вроде как пока нас не сливает в самый низ. Механа-пушка, Фамос. Кстати, прикольный. Давайте его оставим. Вот этот МАК-10, пиздец какой кайфовый. Я о нем раньше не знал. Недавно вот смотрел турик, который недавно проходил, который колледж. И у кого-то я увидел, то ли у Ника, то ли у Хантера. У Хантера, если я не ошибаюсь. Вот этот МАК. Еб, мне он пиздец понравился. И вот он мне выпадает. Прикольно. Ну, то есть он ничего не стоит, хотя по факту, ну, он же очень красивый. Ну, я не знаю, напишите в комментариях, может быть, я как бы чего-то не понимаю, но как по мне, очень красивый маг. Ага, и я чё, блядь, все слил, пока разговаривал. Чуть-чуть выйдем. Sweet Dreams. Заебись, да? У меня всегда светлые мечты, когда я захожу на данные сайты. Но эти светлые мечты не всегда, друзья, к сожалению, оправдываются. Вот, ну и этот МАК-10 тоже очень красивый. Даже не знаю, какой из них красивее. И оказывается, что, блядь, у меня 100 рублей осталось. Ага, угу. Изи. Чисто для каких-то сверхмодных, да, дипов, тесик типа создан. Настоящий змеят. К чему, блядь, к чему вообще это название? Ну и получается, что я выбил СГ-шку где-то там от 700 до 800 рублей, там 776 или что-то такое она стоила. И получается Фамос. Ну там 1100 плюс-минус, может быть 1200 мы выбили с этого сайта. Ну, блядь, я не знаю, спасибо. Ну, пиздец, вот это дроп, друзья. Очень неожиданно и приятно, блядь. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр, пользуйтесь моим промокодом. Всем пока.